Я утром встала рано и всем сказала: «С добрым утром!» На улице тихо, безветренно, в душе спокойно и радостно, ведь главное – погода в доме. Включила телевизор, а там все про Россию, матушку нашу. Россия обычно терпит, но едет, как всегда, быстро. В нее нужно просто верить. Продолжаю слушать. Россия есть женское имя, но стержень ее из стали. Разговор пошел о мужчинах. России нужны мужчины. Без мужчин погибает Россия. Где честь, как критерий жизни? Россию поднимут мужчины. Замечательно сказано. Так пусть будет у нас всегда только доброе утро в России. Благодарю.